В Башкортостане 30 миллионов рублей направят на поддержку инвесторов, вложивших средства на развитие инфраструктуры геопарков. Об этом на заседании правительства республики сообщила председатель Госкомитета по туризму Эльмира Туканова. Предпринимателям возместят часть затрат по созданию точек общепита, выставочных пространств и организации туров выходного дня. При этом субсидия для одного юрлица или предпринимателя составит не более 5 миллионов рублей при условии софинансирования в размере не менее 50%. Проектом предусматриваются цели, условия, механизм предоставления субсидий с бюджета республики субъектам туристской индустрии на расходы, связанные с созданием на территории геопарков точек питания с национальной кухни, ярмарочного пространства, экомаркета, включая организацию парковочной зоны. Основными критериями отбора для субсидирования станут опыт предпринимателей в реализации аналогичных проектов, а также их квалификация. В 2021 году туристский поток в геопарке увеличился в 2 раза. В выходные дни количество посетителей достигает 5000 человек. Напомню, ранее власти республики приняли решение выделить 280 миллионов рублей на строительство визит-центров и экотроп в геопарке Таратау и 700 миллионов на возведение музейного комплекса в геопарке Янгантау.